Всем привет, это снова ваш Надзор ЮА, меня зовут Павла, и сегодня я бы хотела немножко пообщаться о нитой компании Dahua и ее суббренде iMove. Я прихватила с собой в студию их камеру под названием D42P или же iMove Dome Light. Именно такие купольные камеры вы зачастую видите, например, в банках или магазинах. Как по мне, они будут уместны в принципе всюду. Такие кругляши тяжелее сорвать, они компактные и, на мой взгляд, достаточно миловидны. Базовая комплектация Dome Light на самом деле не очень большая. Туда входит цветная инструкция, сертификат качества продукции, трафарет для монтажа, конечно же, монтажный набор, ну и, само собой, блок питания. У камеры есть разъем для подключения питания, также LAN-кабель для проводного соединения. Под куполом находится объектив камеры, инфракрасная подсветка, индикатор работы. Чуть ниже есть разъем для подключения microSD-карты, а также кнопка сброса до заводских настроек. Ну что, поехали. Первое, о чем стоит сказать, это внутренняя камера, Wi-Fi, но, что приятно, она еще может подключаться через LAN-кабель. Снимает она на 4 мегапикселя, у нее фиксированный объектив 2,8 мм с углами обзора в 97 градусов по горизонтали и 52 по вертикали. Имеется также продвинутый кодек сжатия H265, который в половину экономит трафик и место на накопителе, но в то же время способен сохранить высокое качество. Наличие инфракрасной подсветки обеспечивает этой камере съемку до полных 20 метров в темноте. Это ни много и ни мало, но я, кстати, ее уже тестила, и ночная съемка действительно неплохая. Режим день-ночь меняется автоматически. При обнаружении подозрительного движения камера сразу же шлет вам тревожные пуш-оповещения, потому где бы вы ни находились, при условии наличия интернета, у вас всегда будет возможность быть в курсе происходящего. Запись видео может осуществляться как по движению, так и круглосуточно. Все записанные видео могут храниться или на видеорегистраторе, или на карте памяти до 128 ГБ, или на облачном хранилище iMove. А можно, внимание! Использовать сразу три вида хранения. В таком случае ваши данные, чтоб не случилось, да где-то останутся. Обзор облака iMove мы уже делали отдельно, можете глянуть у нас на канале. Чтобы иметь возможность настраивать камеру и управлять ее с телефоном, вам нужно скачать бесплатное мобильное приложение iMove Live. Также управлять моделью можно еще и с компа при помощи родного приложения iMove или Smart PSS от Dahua. У нас на канале есть отдельное видео процесса подключения и управления камерами iMove. Обязательно посмотрите по ссылке в описании. Итак, в сухом остатке мы имеем хорошую камеру, адекватное ночное видение, возможность подключаться по Wi-Fi без лишних проводов, наличие трех каналов хранения видео и, конечно же, удобное управление. Можете использовать в единичном случае, а можете подтягивать в систему безопасности. Смотрите, решайте, выбирайте. Больше информации и консультации вы можете получить по ссылке в описании. Если остались вопросы, пишите, звоните, да шо уж там, приходите в гости. Данную камеру и многое другое у вас всегда есть возможность приобрести у нас на Zor.ua, потому что мы официальные партнеры Dahua и iMove в Украине. Спасибо, что были с нами. Лайк, подписка, колокольчик. Увидимся. Пока.